В октябре 2014 года в палатке начался пожар. Огонь перекинулся на торговый центр «Полетаевский». Пожар удалось ликвидировать только через 2 часа. Спустя почти 4 года ситуация могла повториться вновь. 26 марта в Рязани произошел пожар в торговом центре «Полетаевский». Происшествие попало на видео. По сообщениям очевидцев, пожар начался в палатке «Шаурмой». Через считанные минуты загорелись урны напротив торгового центра. Огонь удалось ликвидировать до того, как пламя перекинулось на основное здание. Напомним, октябрьской ночью 2014 года произошла похожая ситуация. Очагом возгорания стала такая же продуктовая палатка. В результате пламя удалось ликвидировать только через 2 часа. Пожаром была уничтожена площадь на 4000 квадратных. Тогда, в далеком 2014-м, очевидцы утверждали, что система пожаротушения в здании сработала с большим опозданием. Другие же говорили, что она вообще была неисправна, либо отсутствовала вовсе. В пресс-службе МЧС и эту информацию не прокомментировали. Неизвестно, как обстоят дела в торговом комплексе в настоящий момент. Однако, по словам сотрудников МЧС, в городе начинается проверка безопасности всех торговых центров.